Всем здорово, ребят. Ну что, ночью было мини-обновление, где они поправили у нас в Castle Clash 2 Newdown некоторые баги, которые были при рейде. Многих выбрасывало, у некоторых на подземках засчитывало. Тоже миссы. Ну и добавили две, скажем так, новых плюшки. Ну, опять же, донатных, то есть для бездонов, тут, наверное, как и в битве замков, мало будет добавляться. В основном все на донате оформлено. Так, что тут интересного есть? Вот разные плюхи. Спирит Рок. Ну, кстати, надо позабирать. Ладно, в общем, сейчас позабираем. А, вот добавили такие вот темы на рубли, это где-то 350 рублей. Game Pass каждый день на протяжении 30 дней вы будете получать по 160 самоцветов. В принципе, выгодно тоже, то есть все время самики будут капать. И VIP Pass, и вы будете каждый день получать по 160 очков на VIP. Потому что чем дальше, тем больше, тем печальней. Я вам сейчас просто покажу, сколько надо на VIP 11. Вот на VIP 11, кстати, я позабирал награды. Да, я все позабирал плюшки. На VIP 11 уже надо полмиллиона. Так, чтобы вы понимали, что такое полмиллиона, это вот, считайте, 30 паков нам надо, 300 самов. Надо слить на VIP 11, чтобы открыть следующее. Но я вам скажу так, вот это вот VIP 9 последний, он стоит того. Шапка у меня сейчас максимальная, она просто нереально крутая, она выносит все и всех выше уровней. В общем, на арене она тащит реально благодаря только шапке. Я могу вытащить там 1,6 миллиона, да, хотел сказать миллиарда, 1,6 миллиарда людей, ну, то есть ботов, по сути, которые есть в игре, потому что больше силы пока, чем у меня нет. И я с ними сталкивался, уже показывал до этого. Сейчас, может, найдем. Бывает, конечно, и сливаюсь, но это из-за того, что немножко неправильно высадку делаю. Ой, надеюсь, вы не оглохли. Вот. А так нереально круто все, скажем так. Надеюсь, они сделают оптимизацию, оно уже не будет так подвисать. Потому что даже на планшетах, на минималке, скажем так, печально все. Сейчас попробуем шапку. Нет, даже нам не надо будет тут шапку заряжать. А, у меня еще и авто стоит. О, она, короче, вот с одной тычки реально выносит полностью всю пачку, причем выносит героев намного круче. Так, ладно. Сейчас мы заберем арену. Надо, кстати, перенастроиться. А, это он начал докидывать. Кстати, давайте вулкана затестим. Не успел он зарядиться. Убили его. Ну, надо качать героев. Так, отлично. Дошли. В общем, такая вот мини-обнова. То есть Battle Pass, и в принципе, с одной стороны, это нормальная тема, с другой стороны, это опять же донатная тема. Так, что тут по ранкам у нас? Амбар дальше качается. Надо будет засесть тоже дальше качаться. Так, ладно. С этим мы разобрались. Поехали заберем с Battle Pass и
перетроки заберем. Может, качнем кого-то. Нас выбило, значит, мы заходим. Не знаю, многие писали там за игру, что игра фигня, фигня, но я вам скажу так, она затягивает, она реально интересная. В любом случае, если выйдет релиз на русском сервере, я там начну, возможно, здесь начну качать бездонатный аккаунт, потому что я этот качаю, так как многие там пишут, вот донат, донат. Я качаю донатный аккаунт для того, чтобы вам показывать весь самый сок игры и самое интересное. Чтобы вы правильно качали героя, вы знали, куда кого использовать. Блин, опять. Только обновил игру. Надо опять перезаходить. Так, этот пак, сейчас я позабираю паки, и мы побежим с вами дальше. Админ панелька, в общем, тащит. Так, отлично. Самое главное, не забывайте забирать ежедневный пак, который дается ежедневно, там дают стамину, то есть пропуски в подземке, потому что там получать осколки надо. Так. Заберем эти. В принципе, на гемы нам Battle Pass не нужен, а на VIP однозначно надо забирать, если вы планируете в дальнейшем получить донатных героев подешевле. Так, отлично, поехали, попробуем. Опять логин надо делать, видите? Вот это вот немножко неудобно, то что каждый раз приходится перелогиниваться. Я надеюсь, они это пофиксят в будущем. Ну и, конечно, хотелось бы более сочной графики. Так, окей, отлично. С этим мы разобрались, поехали посмотрим, что мы там получили. Давайте зайдем. Что мы получили? Даже вылетело, что мы забирали. Так, идем в батл сюда. Вот пас я забрал, вот так он теперь выглядит. То есть каждый день я получаю, 29 дней осталось. Так, ну остальные паки я позабирал. Давайте попробуем, вроде можем шапку улучшить. Вот наша шапочка. Да, мы можем теперь и сделать следующую эволюцию, ребятушки. Даже и не одну. Конечно, если у нас осколков, не хватает. Так, Divine 2 у нас есть уже. Отлично. На следующую надо 50. Вот так вот. 50 осколков. Где их надыбать, я даже не знаю.
Так, 10-10. Вот так это она прокачана. Иди следующую Divine 3 делать пока не могу. Так. Вот так вот. Интересно, интересно. А теперь посмотрите, что делается. Spirit Level. Новая прокачка какая-то будет. Ну, в общем, по этому поводу мы посмотрим и сделаем вам отдельный видосик, чтобы его все вместе не суммировать. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.